Всем привет, с вами Крошка Настя. Короче, это видео у меня про новости в AdoptMe. И вчера вечером разработчики AdoptMe выложили на своем YouTube-канале вот такое вот видео. Давайте поскорее посмотрим его и узнаем, что же появится в нашем новом обновлении. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на StarPass.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери меня несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, очень просто. А главное, быстро и безопасно. Но не забывайте, что на StarPass можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у StarPass будут закреплены в комментарии. Ну что ж, видео у нас начинается с того, что наш один из разработчиков, получается, тут танцует на центре. А тут, посмотрите, как кто у нас появится в AdoptMe, вот такой вот кот в сапогах. То есть, получается, у нас будет вот такой вот небольшой ивент, связанный с этим мультиком. Интересно, давненько у нас не было таких ивентов. Получается, последний, наверное, был связан с миньонами. Посмотрите, какая нас ждет мини-игра. Вот это да, знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило обновление с Фоусил яйцами, с яйцами динозавров. Там было похожее задание, нужно было выкапывать, получается, какие-то артефакты. Это очень классно. Нам, получается, добавят новых питомцев в кошек. Пока что нам показали двоих из них. Непонятно, сколько их будет всего, но очень скоро узнаем. Получается, уже завтра разработчики выложат полное видео, где покажут абсолютно все наше обновление. Ну что ж, будем ждать. Это обновление у нас выйдет в четверг в 19:00 по московскому времени. Я обязательно сниму трейды на новых питомцев. Интересно узнать, сколько же они будут стоить. Советую вам накопить баксиков, чтобы вы могли купить этих питомцев. Если же они, конечно, будут не за робуксы. Но это мы очень скоро узнаем. Ну а на, ребят, вот такое вот коротенькое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.